Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Игорь Чей, я снова на своем канале. Я бы хотел извиниться перед вами, просить, может быть, прощения, для кого этого будет угодно. Но я, к сожалению, пока что вот нашел, на что есть настроение на игру Майнкрафт. Я как бы на данный момент нахожусь в другом городе, вот, просто и как бы... И поэтому с собой я взял ноутбук, но мой как бы мощный компьютер остался там, дома, поэтому я через недельку вернусь, буду также делать на нем видео, но на ноутбуке, ноутбук он, в принципе, и достаточно такой средний, который я беру с собой. Вот, в принципе, на нем какие-то игры очень хорошо идут, ну так уверенно, вот. Там всякие вот там не лагают игры, и вот такие дела. В общем, я начинаю проходить Майнкрафт на версии 1.12.2. Ну и поскольку я уже как бы хотел пройти версию 1.7.10, но я, наверное, скорее всего, больше не буду там играть. Я как бы решаю сейчас уже привыкать к новым версиям, потому что я посмотрел на себя, о себе сам подумал, стоит ли вообще все-таки играть на 1.12.2, то есть стоит ли вообще идти к новым версиям. Но я сначала должен привыкнуть чуть-чуть, наверное, чуточку поздним. Как раз вот 1.12.2, которая, в принципе, на сегодняшний день еще такая вот уверенная, может быть, для кого-нибудь. Но сейчас многие уже перешли там на более новые версии, вот. Но я пока что... Ну, я тоже хотел, но я почему-то из-за того, что... Как вести на свежих версиях сейчас. Там новые текстуры, новые звуки, все новое. Как бы, то есть, то, новые стили, все... Всякие там... Ну, все, интерьер, как объяснить правильно, интерфейс, вот. Интерьер там... Да, тоже, то есть там обстановка, то есть там деревня жителей уже, там все локации новые, там все другое. Но я обязательно привыкну к новой версии Minecraft 1.20, вот, ну, скоро будет 1.21, поэтому, может быть, я через один год буду уже играть на 1.20.1, вот так она. Новая скоро будет версия. Ну, в общем, я... Потому что через год планирую новый компьютер купить. Как бы заработая денег. Вот, закажу. Как, ну, там, который с RTX. Хотелось бы там компьютер с RTX 3050, либо же 3060. Ну, какой-то такой новейший. Вот, поэтому, надеюсь, до него у меня руки дойдут, как бы. Вот. Ну, в общем, ладно. Что я бы вам хотел сказать, значит, а сейчас пока что вот я нахожусь в другом городе с этим ноутбуком, как бы, который я беру с собой всегда, а у меня там остался мощный компьютер, поэтому я через чуть больше недели, по-моему, у нас сегодня какой же 30-е, но я 9 числа уже обратно поеду, ну вот, поэтому там буду уже продолжать что-то снимать. Но пока что я нашел настроение к Майнкрафту, и к нему у меня настроение только раз в 1-2 месяца, хоть, ну, в основном в 2 месяца находится настроение. Поэтому я буду по несколько летсплеев по Майнкрафту, то есть там по нему штук, наверное, 10 будет, от 5 до 10 будет выходить раз в 2 месяца летсплеи. И они будут все идти по 1 часу, вот. И я, кстати, теперь я буду снимать летсплеи по Майнкрафту без... без всяких каких-то подвисаний, то есть я буду записывать Майнкрафт, ну и буду как бы его записывать, значит, я в Андикаме не знал, как работает игровой режим, разобрался, теперь все будет хорошо, вот. Ну, в общем, начнем, пожалуй, я буду полностью его проходить, вот, от вот то, что я сейчас буду деревья добывать, да, убийство эндер-дракона. Вот. Вот-вот. Поэтому я сейчас... Я, в общем, вернулся, и я буду сейчас начинать.
как бы это странно ни казалось, я обязательно должен буду привыкнуть к новым версиям. Надо сначала привыкнуть к 1.12.2. А 1.7.10 я, может быть, и забрасывать не буду, но я не знаю, там просто на ней очень много модов есть. То есть там все эти... Надеюсь, ну, в принципе, и на 1.12.2, но я попытаюсь привыкнуть к более новым версиям, но все-таки, может быть, только пока что несколько лет буду на... Да, несколько лет, наверное, только буду на 1.12.2 играть, пока еще не знаю, ну, этой версии, сколько лет этой версии. Она была выпущена осенью 17-го года, но получается ей сейчас, на данный момент, чуть больше 6 лет. Ну ладно, я думаю, ну все равно сейчас она на сегодняшний день такая уверенная, поэтому надеюсь, все будет хорошо. Как можно по-другому сказать? Значит, у нас есть еще сервера. Я, может быть, на каком-нибудь одном из этих серверов начну играть. Пока еще не знаю, где. Вот, пока что начну. Играть, значит, проходить полностью. Я обязательно полностью пройду. Я уже подготовил, как бы, вот... Я посмотрел карту моего сида, ну, не полностью, только вот выбрал сид подходящий, где там будет деревня и все такое, вот. Но пока что, я не знаю, я там буду и по миру путешествовать, вот. Но я буду все делать полностью, как нужно будет, вот. Ну, в общем, надеюсь, вы поймете. Давайте мы все-таки медлить не будем, пожалуй. Так, летсплей, или не знаю, как назвать лучше. Игорь Че. 1.12.2. Сейчас, секунду. Итак, значит, вот. Продолжим. Так, надо вот мой сид это написать. Так, генерация строений, да, я оставлю, значит, тут эти деревни, все это самое. Так, использую, значит, я выключу, ну, чтобы все было по-честному, больше мне тут ничего не надо. Так, создать новый мир. Так, значит, у меня создается новый мир, я сейчас заспаунюсь в случайном месте. Так. Я напоминаю то, что я сейчас начинаю на ноутбуке, как бы, это самое. Я буду пока что все-таки, скорее всего, Майнкрафт на своем канале буду пока что на ноутбуке, это самое, проходить. Потому что я сейчас, потому что, как бы, в общем... буду в Ульяновске, вот, потому что я в другом городе и все такое, вот, как еще объяснить. Ну, да, я, кстати, в родной город приезжаю раз в месяц, вот, надеюсь, поймете, о чем я. Ну, в общем, да, летсплей по Майнкрафту будут несколько раз. Ну, очень много видео будет по Майнкрафту раз в 2 месяца. Или в 1 месяц. Вот. Но будет там еще это самое. Что еще вот сказать? Да, эти вот летсплеи, они же будут. Я их буду записывать по 1 или даже 2 часа. Чтобы память, я не знаю, хватило, может, по 1 до 1,5, наверное, часа. Вот в чем дело. У меня никнейм. Смотрите, какой у меня никнейм. Так, сейчас я запишу. Сюда я посмотрю, где одна из ближайших деревень находится. Вот. То есть заспанился. Так, у меня Игорь. Ник Игорь Белорус. Но я этот еще аккаунт в Т-лаунчер создал. Кому интересно, его создал еще этот аккаунт. В 21-м, по-моему, или 22-м году. Вот. И такой скин, потому что я вообще, как бы, у меня белорусские корни есть. Я решил, ну, как будто игрок белорус, все-таки так интереснее.
было бы вот неплохо. Ну ладно, я тогда, в общем, будем сейчас уже все делать. Так, я сделаю, наверное, так, там уголь есть, я вижу прекрасно. Тогда мы все переработаем. Так, сделаем, значит, 12 палок, или даже нет, или даже 20. Сделаем верстак, и сейчас вот туда пойдем. Новый рецепт, ну это я знаю, да. Тут всякие, ну, кнопки, плиты, это я знаю, все-таки. Так, блин, что ж ты будешь делать, да? Надо вот к этому углю подняться. Так. Так, я это вот это закрыть, наверное, пока что нельзя. Ну ладно, чик. С ней. Так, мы сделаем сейчас кирку деревянную. Сейчас попробуем ее полностью израсходовать. Так, нам нужен уголь. Нужен уголь, да. Уголь, чтобы там вот это вот все там переработать. То есть, как объяснить, я пока что не соображаю. Надо будет сделать факела из угля. Да, факела из угля, сообразил наконец. И чтобы там еду, мне еду как бы пожарить, мне еда же нужна будет. Вот. Я знаю, что можно деревянные инструменты их тоже использовать вместо угля. То есть, как сказать, тоже можно их, ими как бы, печку. Как бы. Значит, я обязательно постараюсь Майнкрафт до конца пройти эту версию. Я буду полностью здесь развиваться, построю много чего интересного, то есть там всякие объекты и все такое, дома. Вот. Значит, а, мне еще, да, хотелось бы этот... Камень нужен будет. Я сейчас все израсходую лучше всего. Посмотрим, сколько. Я сейчас 20 попробую набрать, хотя нет, может чуть побольше, может до 30, если получится. Либо 30, а хотя бы половину стака все-таки будет нормально. Но я не знаю сейчас, как будут дела. Сколько я же наберу. Так, там овечки, мне хотя бы надо... А, все, у меня израсходовалась кирка. Я, кстати, извиняюсь, если звуки из игры, ну, звуки с динамика будут послышны вам в микрофон, как бы, то, что вот попадают. Я ничего сделать не мог, так что извините меня, пожалуйста. Так, сундук, я не знаю, ну, пока что, ну, и сейчас, да не попозже или... Давай, все-таки сделаем, пока что маленький. Одну часть. Так, сделаем что еще? А, да. Сделаем мы сейчас кирку. Так, мотыга нам попозже пригодится, не сейчас. Так, сейчас я это все отложу. Так, меч. Так, лопату. Так, топор и лопату. Так, все. Я, кстати, отключил автопрыжок, вот, потому что у меня как бы, ну, нет, не очень с автопрыжком как бы играть, вот. Что могу сказать? Так, давай, овца. Вот, как раз из него что это, а. Баранина. Вот я ее сейчас пожарю. Так, мне нужно хотя бы вот еще одну. Еще одна здесь же бегает.
или нет. Блин, ну я... А, вот еще одна. Так, вообще, блин, я шкафать... Не могу же как бы сделать... Сейчас я посмотрю, я сразу кровать сделаю. Так, давай печку сразу же. Давай мы это самое... Кровать... А, ну да, ну, так не сделается. Так, сейчас я тогда возьму цветочков. Вот, которые здесь растут. Я знаю, что можно из них красить сделать, и можно сейчас все попробую шерсть перекрасить, если это удастся. Должно удастся. Так, я возьму, да, гриб, конечно же, как же без него. Семена. Семена, конечно же. Так, давай лучше от всего. Блин. Конечно, с этим деревом. С этими деревьями. Главное, чтобы верстак спичек не потерять, а то они там остались. Так, мы, наверное, далеко ходить не будем. Сейчас вот здесь все возьмем. Ну, давай, давай. Возьми. Этот бери. Все, пойдем. Подожди. Блин, уже закат начинается. Мы сейчас попробуем пережить первую ночь. Должно что-нибудь получиться. Так, у меня сложность. Я поставлю на легкую, мне на легкую будет хорошо. Так, значит, сейчас мы сделаем. Так, пожарим, как бы вот это, и факел сделаем. Так, 8 штук, да. 8 штук. Факелов хватит пока что. Так, значит. Прикол, конечно, и есть. Так, попробуем сейчас вот так сделать, если получится. Сейчас. Нет, ну сначала вот так. Подожди. Ой. Блин, нужен этот лазурит. Я не знаю, а как тогда быть? Жди, сейчас я... Попробую найти выход. Сейчас я попробую найти этот выход. Нет, наверное, так не получится. Да. Пипец, поспал. А что тогда из... Нельзя никак... Блин, надо было сразу овец прикрасить, потом их уже, наверное... Ничего, значит, я сделать не могу. Да? Как тогда серая делается шерсть? Вот, светло-серый, да. А, светло-серый краситель. А где его найти? Светло-серый краситель. О, я его в Adobe, ну понятно все. Значит, ничего сделать не удастся тогда мне. Блин, проблема, конечно, печальная. Давай мы лучше сразу убежим куда-нибудь. Туда вот, например. Блин, я накосячил, конечно. Очень сильно накосячил. Надо было белую, ну хотя бы что, надо было сразу... Да, надо было сразу этих овечек, хотя бы вот эту серую, которую я убил, надо было... Надо было их... Тут же как бы либо всех вообще прикрасить, но я не знаю, получилось бы это или нет. Ну ладно, тогда давай. Давай мы тогда так вот сделаем или нет, давай хотя бы. Давай досками, не знаю. Давай досками. Так уж и быть или нет. Да, все-таки хотелось бы землю добыть.
так нормально. О, блин, нет, давай лучше так оставим, пусть оно и так будет. Я вообще хотел бы сразу пойти в пещеру. Не знаю, стоит ли этого или нет. Пожалуй, пойду тогда. Да, я думаю, что стоит пойти. Ну, в принципе, да, почему бы и нет. Конечно, было бы неплохо сразу пойти в пещеру. Ну, в принципе, я не знаю, буду ли я полностью к этому готов или нет. Тогда все палки, тогда все доски, ну, пока 3 доски оставлю. Давай сразу в пещеру пойдем, я вот... Будем, короче, там... Надолго там побудем. Так, я хочу, чтобы у меня стак был. Вот так вот. Ну, надо все-таки тогда хотя бы что-то сделать. Так, ну ладно, у меня есть еды достаточно пока что. Вот. Так. Блин. Как-то надо меч, значит, я один сделаю. Сделаю 2 кирки. Да, 2 кирки я сделаю их. И пока что это все. Вот. Сильно расходоваться не буду. А, можно же еще это сделать. Печку, да, сделаю еще каменную печку, все. Если что, еще камни накопаю. Так, ладно, пойдем тогда. Да, пойдем все-таки сразу в пещеру. Я, кстати, знаю, что под себя нельзя копать. Это я знаю, как бы, вот. Но я все-таки по своей привычке, ну. Почему бы и нет? Да, добавляются. Я выходить буду в другом месте, то есть по-другому все будет, как для меня. Вот, поэтому пока не знаю. Либо это можно будет как-нибудь это место запомнить все-таки, почему бы и нет. Так, ну мы уголь нашли. Не знаю, я... Ну, в лаву, конечно, есть большой шанс упасть. И в пещеру, например, какую-то попасть. Да, уж очень много... Угольный блок. Короче, да, я в пещере, может, побываю где-то минут 45, вот. Я не знаю, может быть... Ну ладно, посмотрим. Блин, какой много вообще. Если у меня будет уже ровно один стак, то я не знаю, тогда пока что перестану. Угли набирать. Или давай все-таки наберу, что уж теперь ничего не поделаешь. Да уж, еще 10 штук. Раз, два, три, четыре, пять. Да уж. Так, это у нас вот как раз я же... А, диорит. А я знаю, что еще в диорите есть еще какой-то метеорит. Как он? Ай, забыл, гранит, да, гранит. Но я не знаю, вот, что вообще из этих можно блоков сделать, этих ресурсов. Давай все-таки все, что будет попадаться, будем набирать. Наоборот, это же ресурсы. А вот, конечно же, да, можно с легкостью много углей, как бы. Так.
общем, восьмой уровень уже. Блин, вот это, конечно. Я даже и с Оптифайном играю, вот такие дела. Не знаю, упаду я куда-нибудь или нет. Блин, да, еще 30 блогов, да. Бытрука осталось. Я не знаю вообще. Может, пещеру все-таки какую-то поискать. Опять уголь. Да давай его наберем. О, вот уже железо. Вот железо я уже заметил. Не знаю, может, куда-то еще пройти, чтобы пещеру найти какую-нибудь. Пока не знаю. Кстати, если у вас есть совет по поводу моего прохождения Майнкрафта, то есть там, например, что-то там сделать как-то можно, например. Если что, напишите в комментариях мне. Вот. Ваше мнение мне очень важно, как бы. Обязательно. Так, раз, два, 33, 4, 5. Тогда дальше. Вообще обидно, вот как он, да, хранит вот. Блин, я много лишнего набираю. Признаться честно, не знаю, что вам сказать. Ну вот я уже нашел этот самый. Нет, потому что лава. Пока что еще не слышу лавы. Давай тогда начнем, пожалуй, плавить. Так, начнем, пожалуй, вот это поплавим. Мне надо будет обязательно сделать там этот самый. Пока что еще пойду посмотреть. Блин, я очень много лишнего набрал. Вот, все, у нас бедрок здесь. Да, уже пятый у нас. Хотелось бы алмазы поискать. Вот и будет, конечно, счастье, если алмазы найду. Но пока не знаю, найду я их вообще или нет. Только один редстоун попадается к редстоуну. Редстоун, кстати говоря, очень полезен будет. И, конечно, динамит было бы неплохо найти. Ну, то есть его... Надо было крипер убить, чтобы... при помощи TNT-динамита можно было и так прокопать с легкостью. Ну все, больше пока ничего не замечаю я. Достаточно двух статов мне. Надо оставить, как бы, чтобы все было хорошо. Так, ну я сильно тратить эту кирку не буду, вот. Так, и это тоже, блин, по руки. Сам себя вызываю, чтобы нет. Чтобы нет, вот, почему бы и нет, или как объяснить. Зачем я вот копаю сейчас? А, вот, железо нашел. Пойдем еще. Хватит мне это. А, нет, уже все кончилось. Топление. Ладно, у меня сейчас скоро палки кончатся. Хотелось бы уже на поверхность выбраться. А в следующей части, может быть, пойдем обратно. Обратно направление. Ну как объяснить? Что-то уже заговорился. Хотелось бы. Попозже. Сейчас попробуем всю эту землю вскопать.
Ох, сколько земли, блин. Это с ума сойти. Мне придется какие-то вещи все-таки здесь, но вот эти вот красители. Ну, цветы надо оставлю, красители придется их скинуть. Потому что... Ну, посмотрим сейчас. Я же не нахожу сейчас никакого там, например, дополнительного. Там ни алмазного, да ничего не нахожу. Да, ничего, к сожалению, не нашел, только одну землю вскопал. Что пригодится. Пожалуй, вот пока у меня не наберется один стак камня, то есть если будет уже 64 этих булыжников, то все, я закончу уже с этим. То есть я уже буду возвращаться обратно. Вот этот уголь, сколько у меня уже? Ну давай все-таки еще вот. Тут много, достаточное количество. То есть как вот это вот железное, как оно? Хотелось бы лучше все равно пользоваться пока что вот тем, что есть у меня. Поднимемся наверх. Чистит уголь. Давай тогда. Так, еще 10 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Да, и этого достаточно будет, мне так кажется. Тут эти всякие. Давай мы это вот. А, нет, подожди. А, нет, это просто у меня. Так, я бы хотел вот этот гранит и это все. Мне это не нужно. Я сейчас это выкину. Оно мне просто не нужно. Диорит. Серу сейчас тоже мы здесь ее оставим. Пусть здесь будет. Так, сколько у меня FPS? Ну да уж, много варьируется. Так, андезит. Да-да-да, вот это тоже, что не нужно. И вот это вот семена пшеницы мы это тоже выкинем. Гриб можно, в принципе, оставить, но нет, давай их тоже выкинем. Красители, это все не нужно. Попросту. Потому что уже бесполезно. Либо нет, либо давай все-таки хотя бы эту шерсть мы перекрасим уже все равно. Давай на желтый будет шерсть. Овечку потом перекрасим в желтую. Вот, на будущее я хочу две кровати сделать, чтобы, чтобы у меня можно было две сделать, потому что я буду одну ставить, наверное, в большом доме. Ну, я потому что буду разные дома строить, то есть временного, как бы, пребывания. Вот такие дела. Ладно, давай тогда все закончим вот с этой шахтой. Заодно сделаем лопату, пусть будет все-таки. Так, давай. Один булыжник сломаем. Я буду на каком-нибудь сервере еще играть, на всякий случай. Семена... О, ладно, что с ними. На каком-нибудь сервере я обязательно поиграю. Буду играть, наверное. Вот. Еще я планирую здесь, где я сейчас нахожусь, в этом городе. Вот. Самое, как объяснить... Куда я сейчас приехал, вот, на родину. Надо будет мощный еще ноутбук купить, помощнее который. В котором есть GTX, там, 9-е какая-нибудь поколение. Или хотя бы 7-6 поколения, хотя, в принципе, да, и то можно. Лучше всего было бы неплохо, к примеру,
Было бы неплохо какой-то ноутбук купить 7-го, видеокарта GeForce может 7-го либо 9-го. И где там хотя бы память, видеопамять есть на 2 гигабайта. Чтобы я мог с собой нормальный мощный ноутбук брать, вот в чем дело. Ну и в завершении этого путешествия я хочу сделать такую башню. Вот так вот ее обозначим. Давай, ладно, потратим уже. Или нет, не надо, вообще не надо. Просто 4 факела так поставим. И так. Пусть это нормально будет. Так как я... 256 минус 152. Координаты деревни, ой. Так, 256 минус 152. Так, 256, сначала так пойдем. Или, наверное, вот так. Вот так, да. Потому что там деревня должна находиться. Надеюсь, что добежать я успею. Может, здесь где-нибудь будет сейчас уже? Или нет? Посмотрим. Ого, волки. Надо, чтобы их случайно не ударить, а то какой бебец будет. Да я, наверное, случайный мир, наверное, сгенерировал. 256, я пересмотрю сейчас. 296 минус 152. Вот в чем дело. Значит, надо туда идти. Блин, какой пипец. С этими деревьями. Минус 152. Господи. О, господи, еще бы не упасть, не дай бог. Не знаю, как мне эту пещеру можно запомнить будет. Я вот эти координаты, которые сейчас я зафиксирую их. Ой, не знаю, сейчас с землей. Найди это самое, минус 152 именно, господи. Что за ерунда идет, конечно же. Ничего страшного, пусть будут попадаться монстры на пути, что уж я сделаю. Может быть, и переночу где-то. Если по дороге будут овцы, то я, в принципе, из них 6 все-таки возьму. Так, что-то там светится вообще. Это, потому что там лава и уже деревня, но пока что нет. Вообще лучше, я думаю, что стоит это время переждать, пока вот сейчас наступает ночь. Подожди. Что там находится вообще? Что-то, там что-то светилось. Давай поднимемся. Либо нет, либо это я, по которой построил эту башню. Что там? Я вижу там. Слушай, а давай туда зайдем, посмотрим, что там есть. Мне интересно. Я же в 1.12.2 только несколько раз. Господи, пугает этот дивизионный зомби. Я с ума сойду. Вспомни. Очень редко можно встретить там зомби. Тёныш находится. Подожди, мы, по-моему, уже. Мы уже пришли, вот. Мы уже пришли, давай. Ой, извините, я вам тут. Так. Ладно, хотела.
Нет, нет, не пойдете вы. Отстаньте от меня. Давай сюда. Зайдем, все, молодцы. Так, честно, а что подать? Я просто пока смотрю, но я. Так, ладно, пока это переждать стоит. Не знаю вообще. Надеюсь, они жители не прикончат, у меня не с кем будет торговаться. Блин, да, они могут. Они вот на сложной сложности дверь ломают, насколько я знаю. Давай посмотрим. Ну, ладно, давай не будем этим рисковать. Да, вот эти баги, я знаю, что они есть. Давай поднимемся, это самое. Попробуем их убить. Главное, чтобы не упасть. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Давай мы попробуем сейчас сделать. Смогу вообще поспать? Нет? Нет, не могу, конечно же. Так, давай что-то может не уходить, может меня здоровье восстановится. Да, она восстанавливается, слушай. Но все равно как-то я боюсь, вот я сейчас выйду, что они могут сделать. Ну, конечно же, могут меня прикончить эти зомбаки. Но будем действовать аккуратно, я постараюсь, может быть, их как-то примочить, может. Будет, в общем, поработать над этой деревней. Жители я, то есть я как буду признаться, то что мне эта деревня нравится, то что я к вам хорошо отношусь, только знаете, мне надо у вас на время переночевать. Вот в чем дело, вот в чем вопрос стоит. Хотелось бы еще у вас дверь, наверное. Нет, я тырить, конечно, не буду, но его придется срубить какой-то, чтобы. Так давай скорее, сейчас подойдет кто-нибудь и зарвет скрипер. Да, чтобы у меня было место. Давай скорее. Надеюсь, никто не зайдет. С размаху. Так, сделаем дверь и поставим сразу, чтобы никто не зашел. Вот, все отлично. Так, кровать поставим, все, и спим. Поставим то, что нам нужно. Сундук, да, поставим сундук. Сейчас сделаем еще один. Да что ж такое, делайся. Ой, господи. И печку. Ставим, да, все сложим сейчас. Посмотрим, что у нас в кузнице. Так. Да, все-таки я подумал сначала, что это деревня там светилась, а уже, оказывается, деревня. Так. Взять семена. Давай мы им тогда поможем, что ли, с семенами этими жителям. Блин, она зря все. Так делаю, не выросли, потому что еще. Блин. Ну ты не только не трогай меня, пожалуйста. Дружище. Да нафига? Ты меня, надеюсь, не убьешь. Капец, они могут убить. А даже днем пауки. Ну, если они не выдержат что-то, то, конечно, подойдут и нагадят, конечно же. Подожди. Семена свёклы. В общем, я постараюсь во второй части пойти в пещеру, значит, да, в следующий. Пойдем в большую пещеру, ну, чтобы там вообще все найти, алмазы и все такое.
Волк даже на жизнь, да, только на игроков нападает. Так, возьмем алмазы, вот это все, что здесь есть, возьмем. Портал в ад я могу и раньше времени... А, можно и сейчас даже сделать, наверное. Но гравий нужен. Нужен гравий. А гравий, ну, чтобы зажигалку сделать. Может пойти посмотреть. Пойдем посмотрим. Так, давай выложу сначала. Но я здесь не навсегда буду жить. Я потом буду большой дом строить, который я перейду чуть попозже. Так, значит, алмазного это только, которые в кузнице у них были, я решил забрать. Вот такие дела. Дом буду большой, деревянный строить, а почему бы и нет. Но, к сожалению, тут только одному надо будет. Так, еще одна картошка. Блин, ладно. Фиг с ней. А, это же свёкла, господи. Большой дом построю, большой огород, все построю, вот. Ого, ничего себе, да уж, получилось. Кстати, да, на версии 1.12.2 же появилась эта деревня же, ну, то есть, либо раньше, с этими самыми... С, ну, где есть разные стили деревни. Лава мне, в принципе, должна была подойти, но мне лава, в принципе, не особо-то и нужна, потому что зачем? Из него только генератор булыжника можно сделать. Зачем он мне нужен? И так в пещеру я буду ходить, сейчас построю. Обязательно все, за все прохождение я обязательно много чего нового построю, поэтому... Так, подожди. Стой здесь, я сейчас приду. Дружище, я... Извини, придется. А, подожди, а как это самое делается-то? Ну, это, я, если что, деревню все равно же расширю, чтобы им было комфортнее. Как делаются... значит... Хотелось бы посмотреть рецепт этой самой бумаги. Вот в чем дело. Но я не знаю, блин, я зачем эту книги забрал. Ну ладно, все равно пригодится, чтобы поторговаться. Сопель. А это у нас... А, подводное дыхание. Не надо мне это. Мне это, к сожалению, не подойдет. Где можно бумагу эту самую? Найти... Как я забыл, как она... По-моему, тростник нужен. Тростника я не могу найти. Стреляй, книжную полку сломал. Ну ладно. Вот. У них так достаточно книг, чтобы почитать. Если что, потом по-другому все сделаем, чтобы было комфортнее. И голод у меня, но я еще еды найду. Что ж такое? Изумруды, конечно же, как раз были бы необходимы. Так, давай мы вот этих... А, нет, не надо ничего с ними делать. Я сам знаю, что я сделаю. Под свой цвет я сейчас все сделаю. Друг мой, отойди, пожалуйста, в сторону. Я вам тут хочу помочь, потому что я знаю, что жители по внешности не очень милые. Так, ну ладно, пока что это все. Ну что ж такое-то? Давай, встань уже. Так,
Хлебушек это самое важное, хлебушек. Вот 4 штучки хватит. Сделаем сейчас ножницы. Ой, да что ж такое? Ножницы, да, сделаем ножницы. Пойдем подстригать этих овечек. Так. 2 штучки съем хлеба. Оно оставлю. Так, мне бы неплохо было бы вот эти цветы. А, нет, это куры, блин, куры. Так, куры, мне бы неплохо было бы их. Вот раньше на ранних версиях они даже и убивались, кстати говоря, с одного урона эти куры, то есть при помощи там каменного и деревянного, по-моему, тоже, и с топора они даже убивались. Сейчас кто-то. А, кстати, с топора они. А ну-ка, давай посмотрим еще раз. С топора они. Тут по-разному бывает. В общем, такие дела. Честно, больше не поделаешь. Цветы, вот, цветы. Возьмем их сколько вот захотим. Так, ну получается из этого вот ромашки. Да, светло-серый краситель. А что можно сделать, например, вот так вот. Сейчас. Подожди. Мне какой-то такой уникальный нужен краситель. О, можно красный, даже из свеклы можно сделать. Ничего себе. Подожди, костная мука. А, можно розовый. Так, ну ладно, не надо розовый. Я знаю, что светло-серый краситель, но все равно ничего не подходит, однако. Вот в чем вопрос. Да, я вас подстригу, как бы, но. А, нет, нормально, пойдем. Все равно все хорошо. Ресурсов достаточно, они все равно пригодятся попозже. Как-нибудь. Впрочем, я. Подожди. Да, как раз надо еще обозначить как где-нибудь как-то. Где вот мой дом находится. Я вот так сделаю. О, все. Нормально. Так. Вообще, если вот, например. Ну хотя ничего не выйдет. Ну, ладно. Подожди, я что-то опять перепутал. Да, кровать черного цвета. Черная кровать, в общем. Это пригодится, чтобы мне в доме моем поставить его. Вот в чем дело. Гравий, мне гравий, к сожалению, нужен. Вот в чем вопрос. Гравий надо будет добыть. Блин. Вот. Гравий мы добудем обязательно. Так, а там корова есть. Броня, да, кстати, мне броня пригодится. И щит, давай щит еще что ли сделаем. Главное, чтобы волков не задеть. Кто не мог напасть. О, тут оказывается остатки еды, которые. Откуда они тут появились? Волки же овец убили, блин. Ну какие они. Кстати, вообще, что может из волков выпасть? Это же новые версии. Просто молодые версии. Вот так вот. Потом я больше пока коров не буду убивать. Вот. Блин, а уже зомби. О, господи. А, по-моему, тут слегка надо было просто, чтобы спастись и до следующей ночи дожить. С ума сойти. Вообще, где такая теория? Откуда могут в Майнкрафте зомби быть ночью? То есть, если, например, постоянно это берутся, например. Ладно. Так, как она, там бумага это делается? Что-то забыл. Сейчас как
ты бумага делает сейчас. Вот. Все нормально, все хорошо. Давай одну сырую все-таки съедим. Вот так вот. Откуда у меня еще белая шерсть, господи. А давай все-таки... Нет, давай, не знаю, что сделаем. Здесь, короче, пусть будет черная кровать. А там в доме, который я построил, пусть будет все-таки желтые кровати. Я хочу там две кровати, то есть как будто мне, чтобы красивее было. Вот в чем дело. Так, пожалуй, мне же все равно как бы не годятся эти доски. Их много очень, поэтому вот так вот. Так, жареное, ну все это. Давай поспим. Или нет, или пойдем уж криперов убивать. Блин, не хватает. Нет, не хватает. Боже мой. Вот не, Что я хотел сделать? Нагрудную это броню, но не хватает там кожи. Что ж, железо не хочу тратить, вот в чем дело. Давай сделаем уже железный меч. В принципе. Ну или нет, или давай пока лучше оставим каменный. Я просто на всякий случай два меча возьму. Пойдем в погоню за криперами. И со что я здесь очнусь? Так. Факела нам пригодятся, на всякий случай возьму еще еды. Так. Еще не все, подожди. Давай дерево. Хлебушек. Достаточно будет хлеба взять. Так, пойдем. Пойдем искать криперов, что ли. И пауков, да, что ли. Пауков обязательно, чтобы это сделать стрелы и все такое, лук. Так, это мне интересует, кстати, гравий, да, гравий все равно мне нужен. Да, вот он, там вот. Так, скелетон уже. А я уворачиваюсь от стрел, потому что мне вообще на них все равно. Гравий, хотя, то есть я имею в виду как это кремень один только, нет, надо все-таки больше. Давай, найдись уже. Поскорее давай, то сейчас меня уже скелет подстрелит меня. Деревню, кстати, да, надо будет обязательно защитить, чтобы меньше монстров туда проникало. И это самое. И свой дом большой, который построил, тоже его защищу, чтобы тоже все было хорошо. Только пауки, наверное, проскакивать они будут, но не знаю. Давай. Пойдем, давай. Ну да, 5 штук достаточно будет. Да просто я одну зажигалку и несколько стрел сделаю. Так. Блин, надо будет золотое яблоко сделать. О, господи, сколько они сильные. Давай еще. А, нет, их тут много, не надо. Я хочу еще жить. Ёп-моё. Давай спрячемся где-нибудь, на всякий случай. Я не хочу пока что в битву идти. Да подожди ты, паук. О, господи, сколько у вас тут прям целая орда этих вот. Вот самый лучший вариант, 24.
Да, за 24 бумаги я могу у него взять это самое. Я готов, давай, давай. Крипер отдавай тоже. На ТНТ нужен. Отлично. Вот еще один, ну блин, я не знаю, как быть. А это еще кто? Зомби жить, что ли, блин? Вылечить тебя не получится, извини, дружочек, давай. До свидания. Блин, это один порох только. Что там, Андермен или нет? А, показалось. Я понял, что там Андермен находится. Давай еще одного покончим. Ну что ты сейчас, еще день пока, не нужно, давай нападай на меня. Как у меня получается, блин, ну все сложнее становится, вот почему я не люблю новые версии, к тому же вот. Но я обязательно привыкну к этой 1.12.2, поэтому запомните это раз и навсегда. Ух ты, ух ты, ух ты, ж. Как они могли спрятаться здесь? А как, подожди, как они туда залезли? У тебя те жители все, их уже прикончили. Смотрим, где они тут. Блин, они, наверное, все уже. А, вы сюда перешли, да? А, все, все, все хорошо. Ну, наверное, какой-то уже все погибнуть мог. Так как они сюда проникают вообще? Ну, как он открыть может? Они вообще они в темноте, наверное, могут быть. Вот в чем дело. На всякий случай я вот это поставлю, освещение. И вы тоже ставьте. Ну вот такая у них деревня плохая. Чем помочь, известно все. Поэтому буду над этим стараться я. Такой, давай, иди. Можешь, что ли? Пойдем еще, что ли, тростника доберем. А откуда у меня опять срай берется? Что ж такое-то, а? Давай еще, ну, давай. Так, сейчас, секунду. Так, и продолжаю. Так, ладно. Спать уже все не обязательно. О, меч уже все у меня. Израсходовался, что ли? А, ну да. Да, в общем, надо будет еще эти кирки сделать, все это самое. Потом сделаю. Давай хлебушек будем. Наедимся этого хлебушка. Блин, порох все-таки надо найти, а как же? И песок тоже, да, песок самое главное. Еще, может, есть еще где-нибудь мобы? Могли они с ночи остаться, когда все-таки были они. В итоге ночь прошла, они могли остаться. Ладно, давай уж. Есть штук, хватит. Нет, или даже 8. Да, 8. Хватит. Надо просто 10 этих поров найти.
Так, ладно. Вот там уже эта пещера. Да, я потом в следующей части пойду тогда. Но неплохо было бы все-таки поискать еще что я... Тростника, да, тростника. Чтобы мне бумаги это сделать. Чтобы я мог с каким-нибудь жителем там обменяться на изумруды. Вот. Поэтому не знаю, найду я или нет. Так, волчары. Где, может их попробовать приручить? Да, у меня же кость есть, но я не знаю вообще, нужен ли мне будет волк или нет. В принципе, не обязательно, но кость, наверное, им надо будет дать покушать. А я не знаю. Вообще было бы неплохо. Да, кость у меня одна осталась. Давай сделаем, как это самое. Где у меня еще этот кремень? Да, есть, нить есть. Палка нужна, палка. Да. Ай, там помимо палки. А, да, нам же перья нужно, чтобы стрелы сделать. Но мне, да, мне 4 штуки будет достаточно. Чтобы сделать стрелы. Я не знаю, их там много должно быть. Может, кусочек все-таки ломать от этого домика. Да нет, наверное, не стоит. Вот этот дом, вот эту кузницу может снести ее вообще нафиг. Как кто думает. Да что ж такое-то? Так. Надо факелов еще сделать, чтобы в пещеру сходить хорошим, удачным. Да, 10 штук хватит. То есть и вот факела достаточно. Здесь вот эти оставлю. А, блин, у меня один стак, но все равно нет, в пещеру все равно так и схожу. Блин, не давай. Что-то я как-то плотно. А, блин. Что за ерунда? Я 12 возьму палок с собой в пещеру. Вот. Так, ну, давай. Будем делать лук и стрелы. Что ж такое-то? Вот так вот, отлично. Вообще надо вообще доски взять в пещеру. Вот так нормально, вот так я могу стрелять кого-нибудь, чтобы меня... В общем, скелеты, да, но крипера в основном. Так. Я хотел, знаешь, что еще сделать? Сходить. Давай возьмем 3 картошки. А, блин, а вот то, что я сейчас вот картошку ем. Так я же могу это самое. 5 штук. Блин, или давай даже. В печке можно же сделать это жареное, насколько я знаю, да? Да, можно жареное сделать. Пусть делается. Да-да. Так. А, мы ж сделали это самое. Да, я просто доски возьму с собой. Вот. Это заранее подготовиться. Так, я возьму, значит, кирку. Так. Надо будет запасаться. Сейчас я камень возьму. Запасаемся сейчас. Да, я возьму, все-таки да, возьму с собой 12 палок. Сделаем, короче, одну каменную кирку.
завтра с собой возьму, то есть завтра, на следующее видео я еще одну стимулу, как это запишу. На одну лопату, да, ну ладно, этого достаточно. И один меч дополнительно. Ну я два возьму с собой просто вот. Топор, я думаю, что я здесь оставлю, потому что он мне не пригодится, в принципе, в пещере. Мне главное лопаты все-таки нужны. Вот в чем дело. Так, ну ладно, тогда. Сколько я буду еще записывать? Я, пожалуй, еще 10 минут запишу. Просто еще пойдем еще в поисках тростника сходим. Найдем его. Не знаю, я погодите. Просто вот этот меч, вот то, что здесь, я отложу просто вот. Все, что вот здесь снизу, я возьму с собой. Но вместо палок я возьму все-таки вот эти доски. Так. Давай все-таки топор возьмем, потому что мы сейчас же идем именно за тростником. Тростник обязательно я хочу найти. Вот в чем дело, вот в чем вопрос. И не еда. Я еду опять забыл, языки еда пригодится. Давай картошку все-таки возьмем. Что мы берем, мышку? Да, испеклась. Сколько она вообще прибавляет? Мне было бы интересно узнать. Давай все-таки вот 4 штуки возьмем с собой, 4 оставим. Так. Тростник нужен же ведь. Тростник обязателен. Да что ж такое, давай, беги, ёшкин кот бутерброд. Вот тростник, вот он. Ну блин, мало его опять же. Нет. Все-таки смотри-ка, гляди внимательнее. Давай еще немного пройдемся и сразу обратно вот до сюда. Вот. Нет, здесь больше ничего, нет. Все, тогда пойдем обратно, что ли. Курица, я не знаю, давай еще убьем все-таки. Хотелось бы. Вот. Чтобы еды было больше, вот в чем дело. Кстати, ват, наверное, пойду. Скорее всего, так уж и быть, в третьей части прохождения, в третьей серии. Но не сейчас. Я сейчас попробую сделать портал в ад. Хотя нет, я в ад, наверное, не знаю вообще, когда я в ад пойду. Я, наверное, в четвертую часть пойду в ад, а в третьей будем начинать большой дом строить и выберем для него место, площадку. Вот, так, курица, ну-ка. Ну, если там кто-то остался, пусть бегает, ничего страшного. Давай пойдем быстро обратно в деревню. И все, и давай на этом заканчивать. Давай все-таки посадим где-нибудь вот эти вот тростники. О, вот это раз неполная луна стала. Так, давай все-таки этот тростник посадим. Я пока буду в пещере, я же все равно ж там. Постараюсь в пещере найти изумруды, да. Этого надо будет найти. Вот я еще свой тростник там, который у меня там остался, я все-таки посажу его. Вот. А где у меня?
Да, я, наверное, возьму 16 жареных куриц с собой. Этого будет достаточно. Остальное, наверное, здесь оставлю в следующей части прохождения. Да, пойдем еще тростник посадим, все, на этом будем заканчивать. И давай все-таки еще эту ночь, еще 5 минут я постараюсь криперов их прикончить. Мне надо 10 порох, то есть сейчас у меня один есть порох, значит 9 надо еще. 9 порох. Вопрос в том, где их найду, как бы неизвестно. Вот, поэтому буду пытаться, что уж теперь сделать. Блин, один зомби. Ну чё, иди нафиг. Собрался он у нас нападать на нашу деревню. И жители живут. Голубец какой, а? Всё. Сволочь какой, а? Так. Ну, давайте, я не знаю, что я... Блин. Да, надо еды, чтобы восстановить ХП свое. Пойдем там крипер. Давай еще эту стрелу с луком возьмем. Но я только возьму сколько? 4 стрелы возьму. И вообще не надо пока ничего. Я вообще не возьму сейчас ничего. Давай, крипер, давай, давай. Ай, тут их двое. Давайте по порядку хотя бы, ребят. А, блин, давайте... Блин, ну они могут в один момент все взорваться. Просто если я не успел отбежать в сторону. Подождите. Подожди, а он от него вообще порох выпал? Нет? Нет. Давай это заделаем хоть как-нибудь, но не надо же вот это вот ужас оставлять в последствии. Давай. Тут надо что-то уже сделать. Блин. Жители будут недовольны настроением. Так. Ну и давай мы... Блин. Нельзя, что ли? Блин, ну ладно, фиг с ним. Так все хорошо выглядит. Так. Жаль, конечно, ничего не вышло. Блин, время. Ну, хотелось бы все-таки, знаешь... Подожди. Вот, я еще 5 минут. Вот я сейчас попробую кремень найти. Чтобы еще сделать себе стрел. Так, зомби, иди нафиг сюда. И пау. Блин. Встань, я сейчас потом приду с вами тут разбираться. А, блин, я мимо его прошел, господи. Ай-я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 й. Блин, идите вы все нафиг. И тебе что надо? Вот это ну, паучий глаз. Овощи. Одна. Пипец какой-то, а? Что за пипец? На вот опыт еще возьмем. Какое-то.
А вот я уже кремень один нашел. Ладно, этого тогда достаточно, я не знаю уже, что делать. Ну, блин, ну крипер это как же? Нет, ни один сейчас не может попасться, и как-то не могут появиться. А, подожди, а, нет, два кремень. Все-таки, да, две штуки мне досталось. Ну, хотя бы еще одного давайте найдем. Что ли, двух, наверное. Чтобы мне могло две штуки выпасть. Пипец, конечно, полный с этой травой, блин. Она мне немного портит вид. Ой, ничего себе бежит, блин. Это баг просто один. Ой, какой. Вот так вот. Нормально будет. Ладно, давай тогда, что ж, теперь так обойдусь, наверное. Давай. Пойдем. В общем, ладно, все это кладем на место. И спим. В общем, тогда на этом буду я заканчивать. Если вам понравился этот летсплей, поставьте лайки, комментируйте. С вами был Игорь Че. Подписывайтесь на мой канал. Блин, стрела у меня на голове. Всем пока-пока.